Привет, друзья. Ну вот смотрите, сейчас я покажу, что обещал вам тренировку до максимального отказа мышц на минимальных весах. Используйте вот этот метод как на тренировках для разгрузки, да, и максимальной отдачи, так и в период зарядки. Если вдруг вы захотите комплекс упражнений для утренней зарядки 10 минут, Хожги Денис, как говорят турки, добро пожаловать. Пишите мне в личку, и я вам с удовольствием составлю для вас именно лично зарядку 10 минут, которая будет приносить вам пользу. Опять же, друзья, не забываем счет. Раз, два, три. Раз, два. На раз, два, три вдох. Раз, два, выдох. И вот в таком стиле дальше делаем каждое упражнение. И еще раз повторюсь, на минимальных весах. На минимальных. Вплоть до жгута, то есть вот здесь на данный момент показываем минимальные веса для всех. Каждое упражнение, ребята, делаем до отказа мышц, чтобы мышцы отказали. Когда мышцы отказали, значит, вы получили полный эффект отдачи от данного упражнения. Чем еще полезна эта тренировка? Для тех, кто только-только начал ходить, чтобы не порвать мышцы и чтобы войти в колею. А также хорошо для тех, кто получил какую-то травму или так далее. То есть это дает возможность вас всегда оставаться вам в форме и никогда не пропадать, то есть не проваливаться в тренировочном режиме. Вперед, ребята, до результатов. Вперед, вперед. Это вот, кстати, смотрите, хорошая связка. Связка прокачки пресса и грудного отдела мышц. Пожалуйста, пользуйтесь фишками. Ребята, не забываем счет. Раз, два, три, вдох. Раз, два, выдох. Продолжаем. Вот в таком стиле тренировка и закончилась, буквально совсем немножко, зато какая прокачка.